Russia, very beautiful. Saransk, very beautiful. Go Russia, go Peru. Women beautiful too. Somos de Perú y estamos hoy para el partido de Perú-Dinamarca. Nuestro score es 3 Perú, 0 Dinamarca. Sol. Vamos Perú, vamos, vamos, hoy ganamos, vamos. Perú, 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 Perú. Vamos Perú. Привет, ¿no? Доброе утро. We're very happy to be here. It's a really nice city. We want to thank you to the hospitality. Yeah, we're ready for the match. So please, everybody, welcome to Saransk and you're going to enjoy the experience. Приехали из Пензы. Были не одни, ехали в компании с перуанцами. Ну, в общем, настроение уже отличное. И будем продолжать дальше в этом же духе. Ясно. Вам как Саранск? Сам из Украины, из Киева. С детства за «Динамо Киев» болею. Сегодня за датчан. Ну и пускай перуанцы хорошо играют за хороший футбол. Хороший вообще, хороший тихий город, я аж удивлен. Потому что я был и ранее на чемпионате Европы в Украине. Там нигде не пройдешь, везде движение. А тут вот спокойно, ну не знаю, сейчас дойдем до стадиона. Слушай, ну у вас же теплее на Украине. На Украине климат теплее, но тоже тополиный пух есть, тоже есть аллергия. Да. Спасибо большое. И вам спасибо. Динамо Киев вперед! Спартак Москва!